Здесь на четыре стороны дороги есть. Вот в эту, в эту. А здесь, смотрите, даже костёл такой старинный, красивый. Вот когда по старому городу гуляешь, не знаешь, что даже снимать. И там костёл старинный, и тут. Тоже старое здание видно. Сейчас пойдемте вперед. Наверное, в тенечке будем, да, ходить. Даже не знаю. Ну, да, отсюда пойдем. Что мне здесь нравится, вот видите, вот балконы, вроде бы обычные здания. И там везде вот цветы посадили разные. Кто что может, то и сажает там. Очень растения и цветы любят здесь. Сейчас пойдемте вперед. Вам снимать. Цветы красивые такие. Вот близкого расстояния вам снимаю этот костюм. Очень красивый такой. Какая красота. Вот мы спускаемся, старый город, видите, здесь разные сувениры продаются, здесь тоже костёл. Здесь тоже старинные какие-то фигурки продаются, сувениры. И пойдемте дальше. Весь Бутис – это гостиница, если я правильно произношу. Видите, такой закрытый старый город. И здесь вот здесь. Тоже гостиница такой находится. И дальше идем в старый город, спускаемся. Да, это Кришна, это еще долго будем слышать, потому что там полно это микрофоном поют. Мы все еще в старом городе. Смотрите, какие красивые здания. Сейчас спустимся еще немножко. Не столько я снимаю. И дальше пойдем сейчас. И здесь немного буду снимать. Это балкон очень интересный, вот такой. Трешки продают тоже. Это тоже магазин сувениров. Даже не сувениров, игрушки такие продаются. Такой петушок сидит.
Красиво. Сверху вниз вот так. Да. Смотришь. Вот показывать старый город. Там ресторанчики. Смотрите, столько народу на улице. Здесь очень интересный вид. Вот башня Гедимина тоже видно. Я вам снимала с башни вот весь город. Вот старого города башня Гедимина видна. Здесь обзор покажу вам. Вот отсюда мы пришли, спускались. И вниз.